Добрый день. Добрый день, наши гости. Добрый день, наше школьное самоуправление. Добрый день, наши коллеги. Мы рады приветствовать всех вас в нашем зале. Мы рады тому, что сегодня случится очень важное событие. Мы встретимся, поколение разных времен, дети, ученики нашей школы разных времен. Я думаю, в жизни каждого человека наступает момент, когда задает он себе вопрос, а что же такое школа? Конечно, ответы на эти вопросы у каждого совершенно разные. Но ясно одно, школа – это мир, большой мир и особенный мир. Это мир любви, доброты, заботы. Это мир, где детей учат думать, понимать, размышлять, уважать старших, гордиться своей родиной и уважать своих близких. Школа – это огромный мир, где дети открывают для себя новые знания, где дети покоряют новые вершины, где открывают новые горизонты. Сегодня собрались мы с вами совершенно не случайно. Дело в том, что в данный момент, в данном году наша школа отмечает 90-летний юбилей. И в рамках этого события, главного, важного события, мы проводим нашу встречу. У каждой школы есть своя история и свои традиции, которые бережно хранят и приумножают директора и учителя школы, бесконечно преданные своей профессии. История нашей школы началась осенью 1925 года, когда в Новопятигорске, в здании бывшего двухклассного начального училища, выстроенного военным инженером Герасимовым в 1911 году, была открыта малокомплектная начальная школа номер 3, которая в те годы носила имя всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. Школа располагалась также в нескольких разрозненных зданиях, расположенных вокруг Новопятигорской площади, что создавало неудобства учителям и ученикам школы. В 1936 году на Новопятигорской площади, напротив старого здания школы, было построено новое четырехэтажное здание школы. В 1937 году, в год столетия со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, средней школе номер 3 было присвоено имя поэта. В годы войны в здании школы размещался советский госпиталь, в котором ученики и учителя помогали выхаживать раненых бойцов. Но фронт приближался, и 9 августа 1942 года Пятигорск был занят немцами. Наступили дни, черные дни фашистской оккупации. Ежедневно шли облавы и обыски. Жители Новопятигорска, в том числе и юные, как могли, боролись против оккупантов. Ребята расклеивали листовки со сводками в Совинформбюро, выводили из строя линии телефонной связи и электропередач, похищали у немцев оружие и документы, собирали разведданные для Красной Армии. В здании школы оккупанты разместили немецкий госпиталь. Занятия в этот период проводились в прежних помещениях, занимаемых школой раньше. Утром 11 января 1943 года советские войска вошли в Пятигорск и увидели, во что фашисты превратили красивый курортный город. В Пятигорске было взорвано и сожжено 350 зданий и сооружений, в том числе и здание школы номер 3. И снова школа размещалась в тех же разрозненных помещениях. В 1951 году Министерство просвещения утвердило проект нового школьного здания. Новая школа номер 3 приняла учащихся в 1952 году. В 1974-1975 годах была сооружена пристройка в школе. В 1985 году во дворе школы открытый памятник учителям, учащимся, павшим за родину в 1941-1945 годах. По инициативе и при активном участии выпускника школы профессора Анатолия Ивановича Галушко, пришкольный биологический комплекс. В том же году на базе зала боевой славы открыта комната музея боевой славы. 26 мая 1999 года, в 200-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, открыта комната музей Александра Сергеевича Пушкина, единственная на Кавказских минеральных водах. В 2000 году рядом с памятником открыта мемориальная стена. На трех плитах, которые были увековечены именно 55 учителей и учащихся школы, павшим за родину в годы Великой Отечественной войны. А комната музея боевой славы получила статус музея боевой славы. В 2010 году была открыта пятая мемориальная плита, на которой увековечены имена еще 34 выпускников нашей школы, павших в боях за родину. И вот на протяжении 90 лет педагоги нашей школы
зажигают юные сердца жаждой знаний и огнем патриотизма. За эти годы из стен нашей школы вышли тысячи выпускников, которые, повзрослев, стали высококлассными специалистами в областях производства, науки, культуры, спорта. И тем самым они способствуют процветанию нашего города, нашего края и, конечно же, нашего могучего государства. Сегодня в нашем зале присутствует Виктор Александрович Кобрин. Войны, заслуженный учитель России, отличник народного образования, учитель истории, зауч нашей школы. Виктор Александрович отдал образованию почти 50 лет, из них 20 лет был заведующим городского отдела народного образования. В данный момент Виктор Александрович носит звание почетного часового поста номер один, является действующим членом Координационного совета ветеранов города, а также Виктор Александрович автор 8 книг и, конечно же, выпускник нашей школы 1943 года. Алим Тихонович Абалмасов, заслуженный артист России. Заслуженный артист Азербайджана, лауреат различных конкурсов. Алим Тихонович и сейчас продолжает радовать жителей города, нашего города-курорта, гостей города-курорта своим прекрасным театром, своим прекрасным голосом, работая в Пятигорском театре опереты. Алим Тихонович тоже выпускник нашей школы 1958 года. У нас в гостях Лариса Павловна Кизик, поэт, композитор, автор многих книг, общественный деятель, председатель Совета женщин микрорайона «Ромашка». Также Лариса Павловна автор гимна нашей школы, который мы исполняем все вместе каждое 1 сентября. Лариса Павловна – выпускница нашей школы 1959 года. У нас в гостях Алексей Михайлович Самсоненко, полковник. Начальник группы Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации, кандидат технических наук и, конечно же, выпускник нашей школы 1992 года. У нас в гостях Арай Каренович Амбарцумов, неоднократный чемпион края Южного федерального округа, чемпион России, Европы, мира по боксу, мастер спорта международного класса, выпускник нашей школы 2004 года. Арай Каренович продолжает активно заниматься спортивной карьерой. Он выступает на соревнованиях различного уровня, а самое главное, он растит новое поколение спортсменов. На данный момент он является тренером спортивной школы Олимпийского резерва города Кисловодска. И сегодняшние ученики – будущие граждане нашего государства. Сегодня очень хочется поговорить о жизненном пути каждого выпускника нашей школы. Современным ребятам очень хочется понять, как из обыкновенных девчонок и мальчишек в будущем вырастают большие, серьезные, ответственные люди. И хочется знать, как не пропустить тот момент и вовремя понять суть своего предназначения. Нашу встречу мы назвали «Путь к успеху». На наш взгляд, это достаточно символичное название, потому что каждый из наших гостей сам растил в себе высококлассного специалиста. А проведем мы нашу встречу в режиме пресс-конференции. Ребята, вам предоставляется уникальная возможность напрямую задать вопросы нашим гостям и услышать правдивые, честные ответы. Ну что, приступаем? Здравствуйте, меня зовут Ионин Алексей, я ученик 9 Б класса. Я хочу задать вопрос Виктору Александровичу. Скажите, пожалуйста, какой для вас предмет был самым любимым в школе и почему вы решили стать учителем? Я скажу, что у меня любимый предмет был история всегда и литература. И поэтому это предопределило, так сказать, мое будущее. Я прекрасно помню замечательно нашего педагога, вот, и по истории, и по литературе, которые, в общем-то, заложили
нам это, так сказать, любовь. Это первое. Второе. Традиционно так получилось, что так судьба распорядилась в нашей семье, что я, в общем-то, сохранил традиции семьи. Мама у меня с дореволюционным, и папа с дореволюционным стажем учительским. Вот, работала в Кабардино-Балкарии, есть такая станица Александрийская между Георгиевскими и Минеральными водами. Ну и так судьба сложилась, что в основном пришлось жить в детских домах. Это детский дом начался их трудовой путь после уже 30-е годы. До 30-го она работала в Кабардино-Балкарии, там младший брат организовал первую школу в Кабардино-Балкарии. Семен Ильич Русанов такой был. Вот. А уже в 30-е годы так судьба распорядилась, что мы начали нашу... Мы, родители начали свою деятельность здесь, в районе Калмингруппы, с минеральных вод. Там была тогда колония. В этой колонии трудовой работал папа, и мама работала. Затем они, эта колония была переведена в поселок Иноземцево. Затем монастырь под Бирштау. Церковь, монастырь, правильнее сказать. А в 1932 году этот детский дом был слит с детским домом имени Ленина на улице Первомайской, где последние годы, до вот, период советского времени, располагался техникум сельскохозяйственный. Вот это место этого детского дома. В 1936 году детский дом был переведен именно Мыск. Ну и, в общем-то, по сложившимся обстоятельствам папа не согласился работать там, продолжил работу здесь, в Пятигорске, в зоотехническом институте, тогда был здесь зоотехнический институт. Вот эти все дома, вот Февральской, Комсомольской, 50 лет было КСМ, они раньше принадлежали этому зоотехническому институту, и он работал до 41 года. В 41 году был призван в армию. Была у него бронь в Ессентуках, он тогда работал, но по своему разуму он перешел на работу сюда, в Пятигорск, соответственно, бронь была потеряна, и он специально это сделал. Но он ушел в 41 году, в августе месяце, на фронт. Где-то в пределах 9 месяцев ему досталась тяжелая доля войны. А в 1942 году в тяжелых боях под Харьковом там он погиб. Ну вот так как-то такая вот, знаете, семейная традиция. И когда я вернулся, да, будучи в армии, после уже окончания войны, мне довелось быть командиром взвода отдельного саперного батальона. Ну и одновременно в должности, в звании старшины, был в штате, командовал автотранспортным взводом этого отдельного саперного батальона. Ну и в то время мне довелось быть, я в 49 году вступил в ряды коммунистической партии и одновременно исполнял обязанности в течение 2 лет секретаря комсомольской организации этого нашего отдельного саперного батальона. Вот это все вместе взятое, и стиль, и формы работы в армии, прошлое, традиции. Когда я приехал в Пятигорск, брат вцепился в меня двумя руками, Володя, он тоже окончил эту школу в свое время, старше меня, 24 года, и хотел просто меня втянуть в свой фарминститут. К тому времени он закончил, заработал, вот, представил меня директору, там, я понюхал все эти пробирки, запахи, и там сказал: Володя, больше меня не трожь. И я, извините меня, ну, а приехал я, вернулся где-то уже 4 или 5 сентября, надо было добираться с Дальнего Востока, ехать долго, ну, отпустили попозже немножко, прослужили мы тогда, кстати говоря, по 7 лет уже, по 8 лет, это особый разговор. И я, выйдя от Володи, с Володей из этого института, сказал, что все, больше ты меня ты не трогаешь. И на следующий день, просто в порядке прогулки, пошел в парк культуры и отдыха в наш. Ну, прошел на стадион, с левой стороны тренировочное поле, играют ребята. А я увлекался футболом,
значит, участвовал в команде дивизионной, левый нападающий перед вами стоит. Вот. Ну и я, естественно, как-то привлекло у меня внимание эта тренировка. Я подошел, смотрю, знакомый Коля Комов на 5-й остановке, кольцо тогда было там трамвайное. Капитан этой команды. Привет, 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 как, что? Да вот, говорю, пришел пока без дела, надо что-то предпринимать, что, как, обменялись коротко. Пойдешь в институт, я говорю, надо, но год начался, все, у нас болельщик злой за футбол Комов Владимир Васильевич, проректор, тогда был Сарн директор, тогда были замы. Тут же, не отпуская меня, на прием к Владимиру Васильевичу, все, так сказать, существующие рамки строгости экзамена были отложены в сторону, назначили экзаменационную комиссию, я сдал экзамены вступительные, но с условием сказали, так, вот ты давай так, играешь в команде, и вот учишься заочно. На следующий год мы вам гарантируем перевод на стационар. Но я не подвел ни команду, ни данное слово. В январе сдал за год все экзамены, поскольку для меня материал был не новый. Он знаком был, я закончил в школе дивизионную партийную школу двухгодичную. Так что эти материалы для меня были знакомы. И со следующего года стал студентом нашего славного педагогического тогда института. Ну а дальше дорога разная. Спасибо. Я Бондаренко Владислав, учащийся 7 класса. У меня вопрос к Ларисе Павловне. Лариса Павловна, скажите, с какого возраста вы начали писать стихи и откуда черпали свое вдохновение? Очень интересный вопрос. Потому что он как раз связан с моей любимой школой, в которой училась я. Вначале училась моя единственная сестра, которой давно нет. Она окончила эту школу, родная моя сестра. Я окончила техникум. Двоюродная моя сестра здесь училась, Кира Богатова. Элида вот Холопченко, это еще очень 36-37 года. Затем закончил эту школу мой сын Даниил Кизик, участник боевых действий Южной Осетии по принуждению Грузии к миру. И свое творчество я начала именно в школе. За что? Очень мне попадало от моих одноклассников. А творчество было. Я была редактором классной газеты, а потом членом коллегии школьной газеты. Мы выпускали «Игла», «Спица», вот такие газеты. И мне приходилось, конечно, в стихах писать про мальчишек, которые дергали за косички, про двоечников. А у меня была вот такая коса. И моей косе так доставалось, то мне приплет, тут ее к заднему вот сюда. Тогда парты были, знаете, такие вот сплошные, и перила стояли. То мне клей по эту форму, значит, нальют, то вообще мне песка насыпят фартук, когда мы бегали по стадиону школы. В общем, стили мне за все, за что только могли. И вот с этого времени, это где-то уже начиная с 5 класса, я вот писала стихи. Первое стихотворение было в городе опубликовано, когда я была студенткой первого курса, и был конкурс городской среди всех вузов среднего и высшего образования. И я написала, и мы с Колей Дубленко рисовали газету, он пришел к нам домой, он левша. Изумительный художник, живущий сейчас в Германии, и мы с ним на сайте переписываемся до сих пор. Вот, а я писала стихи. И, конечно, вот это первое стихотворение в газете было в городе опубликовано. Наш техникум соторговли занял второе место в городе с нашей с ним газетой. И я написала: «Сосны снегом золотистым выстроились словно зрение, а снежинки вихрем быстрым скачут в танцы с диким пением. Новый год бежит по стрелке, быть 12 поближе обещал всем рыжим белкам, и спешит он
Время движет, вот промчалась минутка, первый бой часов раздался, знать теперь уже не в шутку, год старик с тобой прощался. Пусть звенит будильник звонко, поздравляя с наступившим годом, четко торопившим нас к делам минутой бойкой. Вот я хочу сказать, что это были маленькие четверостишки, которые в школе я опубликовала в этих газетах. Очень жаль, что ни одной газеты не сохранилось. Сейчас уже, когда я работаю председателем женсовета микрорайона Белой Ромашки и 15 лет в этом году, вот буду 4 декабря отмечать, то я очень много сохраняю газеты, которые поздравительные рисуют в детских садах и дарят нам на Ромашку, потому что это уникальная возможность издать какой-то буклет. Провожу очень много конкурсов, в которых вы можете всегда участвовать, а уж любимая школа, все ученики могут участвовать в конкурсах, которых я создавала и создаю, бесплатно. Это «Пятигорск зажигает звезды», международный конкурс. Это «Звездная Пятигорья», международный конкурс. Ну, «Звездный малыш» вы уже выросли, там до 7 лет. И «Слово и музыка». Вот, к нам приезжают жюри из Москвы, из разных республик. Ну, выпустила я 12 книг и написала, я автор, ввиду того, что музыку Татьяна Барбакус, это моя музыка, только я ей напеваю, она их перекладывает на ноты. Авторские песни мои, 80, из них 8 победители до международных конкурсов. Поет у меня внучка, ей 13 лет, она лауреат международных конкурсов и в Белоруссии, и вот в этом году она взяла лауреата второй степени «Весна Победы» в Волгограде с моей песней «Гимнастерочки». И поэтому благодарственные письма, дипломы получаю я как автор именные. И был конкурс у нас в Санкт-Петербург, проводил в Пятигорске, и профессор Саранска выступил, сказал, ну, у нее, да, действительно, такой уникальный голос для ребенка, у нее такой, как мужской бывает, баритон, вот она, низкий верх. Лауреат первой степени она взяла тоже. Я благодарна третьей школе за то, что в то время, конечно, очень было развито, вот эти вот газеты наши опубликовались. А какие у нас новогодние были здесь вечера? Это что-то было бесподобное. Это были балы, это маскарады. Без костюма никого не пускали. И тогда вот это старое, это уже пристройки, а вот старое здание, вы просто не вошли, потому что всегда была сделана горка, мы по ступенькам поднимались и в зал скатывались к елке. И вот костюмом, вся семья занималась костюмом, тогда были хрущевские времена, уже начинались вот теперь. И у меня был костюм, даже придумать не можете, кукурузы. В календаре нашли вот это, вы понимаете, початок. А папа у меня уникальный. Он и играл на всех инструментах на слух, и рисовал. Вот эти таланты, наверное, мне передали. Сделал, все это нарисовал. Дергали вот эти платки, нитки сюда, значит, покрасили. Мне все это сделали. Как раз сестра, она была замужем за военным, приехала. Это мне снежинку белую покрасили в зеленый цвет, чулки, это все. И в маске меня одели, вывели и сказали, не смей не говорить ни одного слова. Твой голос все узнают. Я пела здесь, я была тоже солисткой, начинала вот с этого. Вот творчество, которое вы будете чем заниматься в школе, оно всегда проявится в любом вашем возрасте. Было бы у вас желание, мои дорогие. Будет желание, нельзя замыкаться в себе, отдавайте все людям, потому что личное творчество, оно личным быть не может. Если человек талантливый, он должен это отдать, подарить кому-то. Это вам яркий пример нашего изумительного певца. Это яркий пример изумительного руководителя. Это яркий пример нашего спортсмена. А уж про военных я говорить не могу. У меня вся семья военная, у меня муж. Штурман морской авиации тоже в городе, председатель морского собрания города Пятигорска. Поэтому дети, и зятья подполковник. Ну вот так. Я никогда
При моих пятерых детях никогда я не замыкалась. То есть я собирала коллектив, работала в Сбербанке, уже заведующей, писала сценарий, колобок там на этом, собирала детей, всех руководителей своих и ставила спектакль. Это только не надо лениться. Вот не ленитесь, не занимайтесь тем, чем не нужно заниматься. Потому что вы всегда должны помнить, что вы, вот каждый из вас, вы не просто пришли на эту землю, вы все личности. Вы личности, причем неповторимые. Каждый из вас индивидуальность, и вы должны свое развивать. Идите в отдел молодежи. У нас прекрасно сейчас, Ежик руководитель. Занимайтесь общественной работой. Пишите, издавайте мой «Монах Истоки». Уже 7 мы опубликовали, и дети все у нас бесплатные. Члены моей организации, дети все бесплатные, никаких взносов, ничего мы с вас не берем. Вы проверяйте, пишите, все рассказывайте. Не буду занимать время, я проведу у вас свой авторский вечер. Мне есть что рассказать, как мне класс объявлял бойкот. И такое было. А потом я всему классу объявила бойкот. За три говорила. Это очень интересно. Да, и 3 копейки, когда у меня забрали деньги, мне с нашего парка не на чем было ехать. И классный руководитель не заплатила за меня. И высадила на вокзале, я шла пешком, а была гроза, и папа меня встречал. То есть очень много было интересно. Мы же жили немножечко в другом, когда, понимаете, сейчас же вы современная молодежь. У меня уже внуки совершенно другие, даже не такие, как мои дети. Но я у них учусь, они у меня. Ну, давайте друг у друга учиться, любите своих учителей. Вот даже если вам поставили 2, и вы считаете, что это не заслуженно. Мне тоже ставили 2 за рисунок. И сказали, это не я нарисовала. Папа говорит, она нарисовала. Нет, не она, это Кирилл Тимофеевна в 4 классе. А он говорит, нет, она, ну тогда неправильно нарисовала замок на портфеле. А у меня картины, я рисую. Так что никогда. Да, спасибо большое. Любимой школе, как здесь было много сказано. Действительно, в наше время было очень много кружков художественной самодеятельности. И спортивные кружки были. И, кстати сказать, вот с этой стороны, если я не ошибаюсь, вот, школьный двор, значит, были школьные комплексные бригады. И как раз в 56-м году, не дай, значит, я выращивал розы, значит, белые розы были розы любви, а красная роза была роза любви. То есть белая роза мира, а красные розы были розы любви. Вот такое было увлечение. И в то же время я увлекался художественной самодеятельностью. Предмет любимый был литература и география. Говорю, то, что есть. Например, математику я не очень любил, а у меня друг был, с которым вместе мы в художественной самодеятельности участвовали в танцевальных кружках. Короче говоря, такая активная жизнь была в нашей школе. Он со временем стал доктором физико-математических наук, это Владимир Альфер, и возглавлял, сейчас могу сказать, директор научно-исследовательского института в городе тогда Свердловске, сейчас Екатеринбург. Вот мой лучший друг, с которым мы дружили 10 лет. И вот я хочу так немножко заострить внимание о дружбе, о взаимопонимании друг друга. В школе. Вот я, к примеру, сколько уже лет прожил, и вот хочу просто обратиться к вам, ребята. Сейчас настолько сложное время в этом отношении, что наркотики, питье, там, курение и так далее. Вот как мужчина, как могу сказать, муж, могу сказать, как отец, как дедушка, просто постарайтесь вот в это время, очень сложное время, но чтобы вы не курили,
дай Бог, чтобы наркотики вообще не употребляли. Ни ребята, ни девочки. Это бич нашего времени. Поэтому еще раз просто хочу обратиться к вам. Я никогда в жизни не курил. Ну так, может, по праздникам, где-то в компании, где-то, ну, как говорится, там где-то, может, он выпивал что-то. Ну так, чисто символически. Поэтому в моем возрасте вот уже очень многие на пенсии, а я еще, слава Богу, работаю в театре. Вот. Пою, конечно, уже не ведущие партии. Почему? Потому что по возрасту, выходя на сцену, как вы сказали, какая любимая роль моя. Моя любимая роль – это мистер Икс в спектакле «Мистер Икс» или «Принцесса цирка». Где там, вы все это знаете, музыку знаменитую. И по телевизору как раз показывали программы, когда голос был. И когда Сергей, фамилию, сейчас я где в конце концов он пел «Цветы роняют лепестки» за эту песню, он красный. И, собственно говоря, получил, ну, не первую премию, а стал победителем этого конкурса. Вот. Еще что хочу сказать. Каждый, как вот здесь было сказано, каждый из вас – это личность. Безусловно, уже где-то 8-9 класс уже у человека складывается определенный уже, знаете, жизненный, ну, не может не жизненный опыт, уча в школе. Ну, интересно, какую я могу выбрать в будущем специальность или профессию, или там еще что-то. У каждого есть какое-то направление. Если, например, я участвовал здесь, ну, все в кружках самодеятельности. В струнном оркестре я играл, в танцевальном кружке, в вокальном, ну, в общем, как и здесь действительно вечера проводились. Танцевали, у нас как раз тогда директриса была, директор, вернее, правильно, извините за это слово, Апрелкова Лидия Николаевна, вот она нас настолько учила, вот она была дама, наверное, я могу сказать, наверное, какие-то аристократические корни у нее были, ну как мальчишки, пацаны, там девчонки выбегали, шумели, понятно, там ха-ха, хи-хи, хохмели, там все, анекдоты рассказывали, и как она нас учила, обращайтесь к девушкам, пожалуйста. Балы были у нас здесь, на самом деле, мы подходили к даме, вернее, подходили к девушке, руки целовали. Мы тогда, помню, под Играс, под Испань, в смысле, танцевали, вот такие движения. В других школах я даже не знаю, были ли такие танцы или нет, но в нашей школе это проводилось. Это настолько, как воспитывали, не то, что там интеллигентность, а, вы знаете, обращение к девушке, обращение к учителям, ну, может, там мальчишки где-то там, знаете, за... На другой стороне могли там где-то и поругаться, там уже такие нецензурные слова, но в школе в этом отношении была очень строгая дисциплина. Я не могу сказать, там по струнке ходили, но в этом отношении было очень строго. И в итоге могу сказать, по окончании нашего класса, ну, наверное, 80% поступили практически все высшие учебные заведения. Неважно, там связаны были там, кто-то с математикой, с литературой, с историей и так далее, и так далее. Если можно, я хочу там для вас спеть одну песню, или там две песни. Скажет, болтай, там лучше выйти, да. Этот микрофон. Да, вот это. Пока я помню, где семья. Да, пока я помню. Луна над городом зашла опять. Уже троллейбусы уходят спать, и словно ветви счастья в окно мое стучатся вновь воспоминания. Воспоминания давним днем, когда однажды ты пришла ко мне, даже не таком веселом, цветном и невесомом ты пришла ко мне. Плывут дома воспоминания, слова любви, слова признания.
веселом, цветном и невесомом вновь идешь ко мне.
вас две медали. Да. Две медали, которые вы получили на ВДНХ. Обращаю внимание, в школьные годы. И это еще подарок пионерский велосипед. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну да, значит, после того, как попал на выставку, вначале называлась выставка «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка», а потом выставка «Достижения народного хозяйства». Это в 54-м году, в 56-м, когда еще в школе, но не 10 учился. А за выведение пшеницы, которая называлась «Ветвистая», получил как, ну, как пришкольный участок был, в то время, ну, считался большим урожаем, наверное, 46,4 центнера. И вот мне на выставке, значит, подарили велосипед BMW, то есть на нашей улице, я жил в Новопятигорске, на улице Степной, ну, это нам все здесь знают, близко, кто расположен. Так вот, среди мальчишек никого не было велосипеда, это сейчас, господи, посмотри, там чего только нет, начиная от квадроциклов там и все остальное. А тогда единственный был велосипед на улице, да еще BMW немецкий с фарой. Ну и, конечно, мальчишки, девчонки подходили, ну дай прокатиться, я невысокого роста был, а там была рама, не женский велосипед, допустим, для женского пола, там без этой рамы, так приходилось вот так боком садиться и крутить, значит, педали, чтобы проехать. Но это было, знаете, как, ну, наверное, можно сравнить с тем, что сейчас бы, может, например, подарили бы, ну, наверное, автомобиль, да, вот так. Так что фара была, там, значит, так, динамомашина была, колесо там, видите, вот там, вырабатывал там энергию, потому что фонариков не было, и ночью же интересно было на велосипеде. Сейчас, безусловно, как было здесь сказано, другое время, естественно, потому что вы действительно все талантливы, каждый ребенок, каждый ученик талантлив в своем обязательно, потому что отца Бог всегда дает талант, неважно в какой области, неважно у кого какая там будет стезя в жизни, но если человек действительно поставил перед собой цель, он всегда может добиться. И об этом говорится много-много фактов, об этом много написано, поэтому я вам желаю прежде всего хорошей учебы, трудолюбие, безусловно, чтобы вы перед собой ставили определенную цель и добивали жизни. И чтобы, как об этом было сказано, желательно не курить, желательно наркотики вообще, чтобы в голову никому не приходило. Я надеюсь, что в этом отношении наша школа будет на очень высоком уровне. Спасибо. Здравствуйте, я Харатян Артем, ученик 7 А класса. У меня вопрос для Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, военный человек прежде всего самоорганизован. Скажите, а в школьные годы вы нарушали дисциплину? Артем, спасибо за коварный вопрос. Вот, ну, конечно же, нарушал. Я, ну, что-то, Елена Михайловна, она сказала по-честному, расскажите о пути к успеху, да? По-честному. Поэтому, да, путь был тернистый и прочее. Конечно же, нарушал. Конечно же, имел двойки за поведение. Я, естественно, этим ни в коей мере не горжусь. Ну, я просто говорю, как есть. Вот, но при этом, вот, конечно же, были... В основном единичные случаи, вот, я про там записи в дневники, а уважаемым учителям, конечно же, нас приходилось отдергивать постоянно, вот, на, ну, это неуемная энергия, на переменах не удержать, по-дружески, да, не потолкаться, там, не порвать рубашку, там, несколько пуговиц на ней. Значит, не получить, нагоняя от учителя за почти свернутую дверь, в которую кто-то влетал и так далее. Я совершенно, я подчеркиваю, не говорю, что это хорошо, я говорю о том, что были, конечно же, различные вот, подобные эпизоды, но это все было по-доброму. Вот, ну и, конечно же, после всего сказанного, значит, я... Дальше как бы подведу высказыванием своего хорошего товарища, тоже полковник, сейчас начальник связи управления по Северо-Кавказскому региону, здесь у вас находится на Ермолово, если не ошибаюсь, управление. Да.
Вот, он был у меня начальником отделения. Выходя утром на осмотр, ну, проверялось, значит, ну, глажение, там определенный подворотничок, значит, пришитый и так далее, и так далее. Вот он выходил, значит, бывали случаи с грязными сапогами, перед нами подчиненный показывал на них, как говорил, так делать нельзя. Поэтому я по-честному постарался ответить, Артем, но так делать нельзя. Спасибо большое. Вопрос к Райку Кареновичу. Райк Каренович, с чего началась ваша спортивная карьера? Я хочу сказать спасибо Оксане Викторовне, Юлии Николаевне, что меня пригласили. С такими людьми для меня это честь. Помимо меня эту школу еще в 2002 году закончил Давид Арапетян. Я думаю, вы слышали про него, призер Олимпийских игр. Он тоже мог бы здесь присутствовать, но сейчас просто на чемпионате России в Самаре. У него сегодня полуфинальный бой. Но я насчет вопроса в спорт попал чисто случайно. У меня друг есть, и я не мог с ним постоянно видеться из-за того, что он все время на тренировках был. Но я решил пойти посмотреть, чем он занимается. Пошел, увидел, мне понравилось, и вот так остался в боксе. Спасибо большое. Мы продолжаем, пожалуйста. Здравствуйте, я учитель 10 класса. У меня вопрос к Виктору Александровичу. Виктор Александрович, сегодня ученики сдают экзамены в форме ЕГЭ. А как вы сдавали свои экзамены? Я не знаю, попаду ли я, так сказать, к тому, чтобы со мной были согласны ваши педагоги, но я скажу, как вот говорят мои товарищи, как оно как есть. Значит, сдавали мы экзамены по совести и чести. Вот самое главное, никто не настраивал, никаких не создавал искусственных каких-то нагромождений, барьеров, тем более прохождение через какие-то рамки, общупывание девочек, нет ли что-нибудь в кармане. Для меня это сегодня, это ужас какой-то. Я не понимаю только вышестоящее наше руководство в одном. Если вы затеяли это, то не разрешайте же печатать в прессе. Ну, в прессе прямо говорят, что это преступление против человека. 6 лет преподаватель ведет курс тот или иной, но экзамен принимает другой. Он никакого не имеет к этому отношения. Где логика? Где гуманизм? Где демократичность? Или вот сегодня мы были, причем вы знаете, ну, к сожалению, такой у нас уж менталитет, вот, и наши люди привыкают к тому, к чему его, в общем-то, ну, хотят приучить. Я чему дивлюсь? 3-4 года тому назад, когда только ЕГЭ вводился, определенный круг товарищей, я слышал примерно вот такие возмущения, как сегодня говорю вам я. Сегодня, разговаривая с этими товарищами, встречаясь на каких-то мероприятиях, я вижу совершенно обратное. Попытка как-то обосновать, оправдать и, ну, сказать, что это, в общем-то, ну, хорошо, вроде бы и неплохо, вроде бы по-современному. Я вот вам скажу только один, приведу пример. Я вот сегодня был на открытии Зорнички. Я присутствую каждый год уже столетия на этой игре. Вот. И вот, вы знаете, я не понимаю, второй-третий год уже сути конкурса истории, по истории. Тест. Да. По истории. Уважаемый человек, Александр Иванович, вот я вам просто картинку нарисую. Есть такой у нас, вот, значит, майор в отставке, все как положено. Его миссия сегодня. Команда школы такой-то. Становись, встали, заходи. Сели, билеты раздали,
Время засекаю, ни слова ни от кого, чтобы не было. Приступаем к выполнению задания. Сели, что-то там отметили по тестам. Молча, никто ничего не произносит. Идет тест по истории идет. Где разговорная речь? Где мысли? Где его путанные, так сказать, пути? Кто его поправит? Кто с ним поспорит? Кто с ним подискутирует? На экзаменах с нами дискутировали. Если неправильно направляли. Если совсем не отвечал, кол стал. Понимаете? И вот, значит, проходит 5 минут, опять все руки подняли, там поштыкали они, что-то такое, там какие-то птички поставили, встать, построились. Вот какой эффект от этого конкурса, вот вы мне скажите, какой эффект от этого конкурса? Понимаете, ну вот просто вот поэтому, если говорить об этом, ну, я не знаю, дальше не буду говорить, поэтому как распорядиться? Я думаю, что всю историю расставит на свои места. Ну нельзя, понимаете, я вот уже даже убедил себя в том, я высказывал в нескольких своих книгах эту мысль уже, и сейчас ее развивать просто нет смысла никакого, но я даже уже так допускаю такую мысль. Ну, коль уже мы, ну, преклонились перед кем-то, скажем, перед Западом, ну ладно, ввели мы эту форму экзамена, но вы же хоть поправьте немножко организационные моменты, ну оставьте вы эти свои тесты, пускай уже не останутся. Но уберите все наносное, но предоставьте право учителю, который учил ученика, принимать у него экзамен. Ну как это так? Человек проработал. Для чего? Какой смысл его работы? Это учитель. Зачем тогда работать? Он не знает результат. Вот, поэтому я думаю, что какое-то претерпит изменение все-таки экзамен ЕГЭ должен претерпеть. Хотя, по всей вероятности, в общем-то, область образования, и особенно наше министерство, очень такое, знаете, костное, будем говорить, и изменений ждать в ближайшем времени, наверное, не следует. Но мне кажется, что все-таки практика и те высказывания, которые, причем не кого-то там простых людей, а слушаешь авторитетных товарищей, членов правительства, там, на беседе, там, скажем, то ли это у Малахова, то ли это у Соловьева, вот, то ли это у Рубена, значит, вот, ну, какие-то, конечно, изменения должны бы, ну, привести его, что ли, ну, в божеский, так скажем, вид, чтобы он отвечал все-таки нормальному отношению человека к человеку. Я думаю, вот так. Поэтому я не завидую вам вот с этим ЕГЭ, но что сделаешь? Я согласна абсолютно с Виктором Александровичем. Почему я сейчас вам скажу? Вот сидящие здесь, вы не все математики, не все химики, не все физики. И никто из вас не станет преподавателем литературы. Кто-то станет художником, кто-то будет сочинять песни, кто-то будет прекрасным, причем нужным слесарем, который будет зарабатывать деньги гораздо больше, чем физик. И поэтому преподаватель, который ведет вас по своему предметник, ну, в пятом классе уже предмет, до пятого класса педагог дает все основы, какие основы, все. Он знает ваше направление, вашу жизненную позицию, а самое главное, ваши возможности. И при сдаче экзамена нормального вы получите свою тройку по математике. Не потому, что вам надо вот проходить ЕГЭ и тесты, потому что вы талантливы совершенно в другом. И преклоняться, да преклонялись до того, до Запада, что теперь все теракты именно оттуда, и страдают наши дети, внуки и все на свете. Вы понимаете, что такое мы живем на костре, на Кавказе, где мир гиждется только на наших с вами взаимоотношений и понимании друг друга. Как мы друг к другу относимся, то будет и в будущем. Вот очень согласна. И считаю, что надо писать и добиваться и книги. Ведь создавая учебники для детей, никто не думает,
о том, как этот ребенок будет учиться по этому учебнику. Думают, как получить премию за создание новшества, ноу-хау. А мы учились по учебникам. Когда мне 70 сейчас лет, в этом году исполнилось, а ребенок Победы, а я вам скажу, а чему равен разности квадрата учителя? Скажите мне здесь. Квадрат первого числа, удвоенное, минус удвоенное произведение первого на второго, квадрат второго числа. Молодец. Я вам сейчас ее режу вот так. А я все человек гуманитарный. Но математика просто так давалась мне с детства. Да, причем я пишу книги, все. У меня когда-то по-русскому была тройка. И я до сих пор пользуюсь словарем, но пишу грамотно. Потому что занималась у прекрасного преподавателя русского языка уже в техникуме. И она меня научила так пытаться, что, понимаете, я все, что обязательно в разговорной речи нужно ставить двоеточие, брать в кавычках, и потом запятую, черточку, и дальше. Вот, дорогие мои, это все придет к вам. Это все придет к вам. И главное, старайтесь трудиться. Все, что вы сейчас сами в себя заложите, все, как вы воспримете от того, что вам дают, ведь дают не для того, чтобы вы посмеялись, сидя, или там поговорили на уроке. Педагог отведи на 45 минут. И она в эти 45 минут так хочет вас вдолбить. Нам проще было. Потому что педагоги не за зарплату работали, они нас оставляли после уроков, вспомните. Да? И сидела со мной до тех пор, эти запятые ставила, пока я их вот она увидела, что я смогла это. Или стихотворение не ответили. У нас не было такого. Когда я смотрю, я не ответила, как ты не ответила? Да я встала и сказала, я не выучила. Вы представляете, что это было для нас? Встать и сказать, что мы не выучили. Это равносильно стать предателем Родины. Вот клянусь вам, вот честное слово, я поступала мне, поступала технику, Мирима Наумовна принимала. Знаете, как экзамены принимали? Беру билет. Она мне вопрос. На экзамене ВУЗ. Первый вопрос. Она даже не стала спрашивать, что у меня в билете. Она говорит, любимый поэт Маяковский. Она мне говорит, читай наизусть. И читаешь, 140 соток была, катилась лето, была жара, тара-тала, на даче было это. Итак, Пушкина мы знали, половина произведения нас это заставляли учить, просто оставляли после уроков. А почему, вы знаете? Чтобы мозги работали. Чтобы память вот в 70 лет была нормальной. Вот, вот вам ваша идея. Спасибо. Ученица 10 класса. У меня вопрос к Ларисе Павловне. Скажите, пожалуйста, у вас в школе был человек, который игрался для вас примером? Еще раз. Был ли в школе человек, который игрался для вас примером? Вы знаете, я хочу сказать и поддержать нашего известного артиста Бармасова. Для нас примером была наш директор. Потому что, вы понимаете, вот она была мамой для всех педагогов и для нас. Мама, бабушка, не знаю, как ее назвать. У нас тогда были так. У нас начинались любые мероприятия с линейки. Вот, значит, квадрат был очерчен, и мы стояли. То есть у нас были звеневые, ну, знаете, мы же были пионерами, комсомольцами. Вот, и вступить в эти ряды было тогда очень серьезно, ответственно. Вот. И это нужно было настолько, это дисциплина. Это учит дисциплине, просто самодисциплина. Вот. И все хотели посмеяться. И были, что срывали мы эти линейки. Все было. Но вот стоять ровно. Девочки никогда не имели права прийти в школу, одев обувь на босу ногу. То есть только должны быть носочки. Колготок тогда не было, были гольфы, носки уже потом появились. Если это был
Правильно, ты не имел права прийти без белого фартука. Это манжетики. Это медсестра у нас начинала. Она проходила, и почти каждый день проходила медсестра, которая работала у нас, не только таблетку давала от зуба, она проходила, смотрела, ногти пострижены ли. Понимаете, в столовую заходили, стоял же такой же вот мальчик там или девочка, два дежурных с двух сторон двери. Им вот так заходили, ручки показывали. Вот, идите мойте, потом туда проходите. Вы знаете, я не старорежимный человек, я очень современный человек, и меня всегда говорят, о, Лариса Павловна, у вас такие вот, значит, как вы можете вот так и все? Я говорю, ну потому что время меняется, и мы меняемся, и дети, куча детей, куча внуков, они же, говорю, меня чему-то учат, и я их. Вот. И поэтому, но дисциплина с детства, вот это дает потом, ну представьте, как бы человек, сидящий вот здесь, стал бы призером, если бы он все силы не отдавал свои, ведь вы вообще представляете, что такое заниматься спортом? Это такая физическая нагрузка, это такая самопожертвование, не пойти на танцы, не погулять с любимой девушкой, а вот трудиться физически все время, потому что это самоотдача, и добиться всего этого. Вот поэтому, когда я, ну, про мои регалии говорили, я человек года 2009, в первый год, когда награждали в Пятигорске, это я, женщина года 3-го и 14-го. Я член правления Союза писателей, Межрегионального Союза писателей при Санкт-Петербургской академии. В прошлом году мне присвоили профессора, значит, наших искусств. Именно, понимаете, не литературы, не русского языка, а именно искусств. Потому что я и как автор песен, и как художник, все. И все это вы каждый можете получить, если вы будете самосовершенствоваться. Учитесь чему-нибудь. Но не идет у вас занятие по каким-то предметам, не расстраивайтесь. Вы занимаетесь любимым делом. И дарите это дело, потому что это будет нужно вашим детям, вашим внукам. Это нужно городу, в котором вы живете. Вот тогда вы и получите эту дорогу успеха. Спасибо. Алина, ученица 9 А класса, и у меня вопрос к Алиму Тихоновичу. Алим Тихонович, мы после школы посещаем кружки и дополнительные занятия по различным предметам. А чем после школы занимаются ученики 50-х-60-х годов? Ну, как я уже говорил, у нас очень было много кружков по художественной деятельности. Вот, я даже, честно говоря, и не думал, что я в конечном счете стану ветранбивцом. Я очень любил танцевать. Да. И, к сожалению, я поступал в 1958 году в Москву, значит, в ГИТИС поступал, не прошел по вокалу, как ни странно, два тура прошел, а третий тур не прошел. Потом поступал, значит, в школу-студии Станиславского имени Мировича Данченко, тоже не поступил. А потом при нашем театре была открыта студия балетная. Я туда поступил. Вот, проучился я, ну, сколько там, год учился, и уже нас выпускали на сцену, такие небольшие подтанцовки. Вот, я был как артист балета. А потом, представляете, так вот где-то к 18-19 годам, значит, мутация голоса, и вот такой голос стал. Вы знаете, вот фильм вы на нас смотрели, как Фрося поступала в консерваторию. Вот приблизительно я так вот поступал, только это была женщина, а это как мужчина. Вот. И я, значит, перед тем, как меня в армию взять, вот в армии служили 3 года, я прослужил в сержантской школе 1,5 года, потом перевели в ансамбль. И в ансамбле там элементарную теорию, сольфеджи немножко проходили. И мне тогда, значит, народный артист Советского Союза, будущий, он тогда был художественным руководителем ансамбля песни «Пляски» Бакинского округа противовоздушной обороны, где, кстати, тогда работал, и я познакомился с Муслимом Магомаевым. Вы, наверное, это знаете такого артиста, народный артист Советского Союза, где-то в 60-х, 70-х, 80-х, один из лучших эстрадных певцов был. Вот. И работая уже, вернее, служил я в этом ансамбле и пел, вот, и одновременно продолжал службу.
И вот Юрий Владимирович Петров, потом будущий главный хормейстер краснознаменного имени Александра Ансамбля песни Брянский, советская армия. Я говорю, поступай в консерваторию. Я говорю, ну я же не имею высшего образования музыкального. С твоим голосом ты поступишь. И я действительно пришел, поступил. Спел одну единственную песню. Есть на Волге утес. А когда наш пришел, ну как обычно там бегали, вот точно как тогда в фильме Шивлин там вот. Над ней буквально там издевались, а откуда вы приехали, что вы там поете? И меня спрашивали, а какую варию поете? Я говорю, да не варю, русскую народную песню. Мы же в консерваторию пришли, это же высшее учебное музыкальное заведение. Я говорю, да вот мне сказал Юрий Владимирович, что ж вы думаете? Я вышел на сцену, но там так, один, два, три куплета, четвертого куплета на терцию прыгнул, верхнюю ноту, как бы возданул, как у нас вокалисты говорят. И после этого даже меня не спрашивали ничего. И ректор консерватории говорит, принят. И я потом был лучшим учеником консерватории. Я имел много звания лауреата, там участвовал во многих конкурсах. Вот. Потом, значит, там преподавал. И в нашем музыкальном училище, сейчас музыкальный колледж, сейчас сколько, наверное, лет 14 преподавал. В прошлом году я ушел, просто там уже, ну, по одной причине. Хотя не буду говорить. Вот. Поэтому, как, хочу что еще пожелать вам. У каждого, безусловно, есть талант. Еще раз я хочу заострить ваше внимание. Вот. А кто связан, ну, к примеру, там любит художественную деятельность, там, особенно в последнее время стала такая мода на вокал, особенно эстрадные песни, потому что вот, преподавал в училище когда, то на академическое отделение практически уже никто не хотел. Все хотят на эстрадно-джазовые. Вот. Ну, такое время, наверное, потому что по телевизору показывают, знаете, по первой программе, по второй программе. Ну, вот, вот такое время настало. Ну, а то, что вы как бы задали вопрос, поэтому я и хочу ответить. У каждого человека, у каждого ученика вот вашей школы есть, безусловно, талант, который вы должны развивать и стремиться, как говорится, к достижению там своей цели. Безусловно, многое зависит и от педагога. Вы можете всегда совет у своего педагога получить, вы можете обратиться. Вот. Хочу еще раз вам пожелать всего-всего самого доброго, конечно, успеха прежде всего в учебе, вот. Хорошему дружескому отношению между собой, вот, чтобы поменьше было там конфликтов, а разрешать лучше всего в таком, знаете, в дружеской обстановке. Вот. Имели обязательно чувство юмора. Это очень-очень спасает от многих многих бед. Это, как говорится, жизненная практика. Спасибо вам. Спасибо. Я Диана, ученик 9 Б класса. У меня вопрос к Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович, а вы несли вахту Вечного огня? Участвовали ли вы в военно-спортивных играх? И помогло ли вам это с выбором будущей профессии? Спасибо за вопрос. Да, действительно, нес службу Вечного огня, этим горжусь. Очень такое яркое, интересное время. Очень ответственно. Действительно, мальчишка, мы говорим, 7-й, 8-й, дальше классы. Вот, когда ты стоишь у святого места в нашем городе, прибывают различные делегации. И ты понимаешь, что ты, в общем-то, имеешь статус государственного какой-то степени человека, представляешь город и так далее, конечно, очень ответственно. Вот. Да, что касается, мы говорим, близости к военной службе, ну, первое, как бы, знакомство с ней состоялось именно там. Да, у нас были наставники. Серьезный Леонид Борис, Леонид Дмитриевич Борисов, его уже с нами нет, Царство Небесное, офицер в запасе, очень требовательный, который нам преподавал эти моменты. Вот. С точки зрения физической подготовки был Шмаргунов Станислав Юрьевич, его тоже, к сожалению, с нами нет. Тоже весьма талантливый педагог. Значит, физкультуру нам давал так, гонял так, что мы достаточно несложно после вот его уроков побеждали на различных пионерских там, четырех борьях, неважно, как это называлось, ехали в край под его руководством, брали места и так далее. Но, отвечая теперь напрямую на вопрос, коли мы договорились по-честному, да, на самом деле военным принципиально не видел себя.
больше тянуло к науке, физика, любимый предмет, вот говоря, ну, тоже немножко отвечая вопрос, который задавался уже вот сегодня. И, ну, сложное время, 90-е годы, значит, и выбирая вузы, находящиеся поблизости, тянуло на техническую профессию, к технической профессии. И вот, определяясь, выехавши вот в районе 9 класса, там, 10-го, в город Ставрополь, потому что у нас, ну, технических вузов на тот момент не было, Пятигорске, но сейчас их тоже немного, дилемма стала между политехническим институтом и военным училищем. Вот, ну, в силу ряда знакомств пообщался, и мне это приглянулось, были подкурсы. Когда поступил в училище, вы знаете, вот настолько, не то что не пожалел, я понял, что это мое, это четкость, это дисциплина, это конкретность в постановке задач, в получении результатов и так далее, и так далее. И вот поэтому, ну, полюбил, кроме той технической специальности, ну, по которой дальше шагал по службе, настолько проникся, вот я подчеркиваю, это и дисциплиной, и вот армейской жизнью, и все-таки вот эти традиции, вот то, что всегда люди в погонах были защитниками Родины, всегда, ну, как вы помните, слова крупных руководителей у России есть только два союзника, армия и флот, да? Вот, вот это все оказалось по душе, и сейчас уже более 20 лет прослуживший в армии, совершенно ни о чем не жалею. Вот, поэтому неосознанно, вот, заканчивая ответ, или, скажем так, непреднамеренно шагнул, но очень этому рад, этим горжусь, одним словом, ни о чем не жалею. Ну и, конечно же, ребята, вам рекомендую. Ну а девочек у нас тоже много, женщин-военнослужащих с опытом, точнее, имеется в виду, с свойственными женщинам, девушкам качественным, как скрупулезность, ответственность и многое другое. Тоже девушек много, женщин в рядах вооруженных сил. Поэтому сейчас очень много, соответственно, и подразделений, куда принимаются девушки. Поэтому, девочки, для вас тоже вооруженных сил, дороги открыты. Спасибо за вопрос. Здравствуйте, я Борисова Виолетта, я ученица 8 Б класса. У меня вопрос к Райку Кареновичу. Райк Каренович, у меня вопрос такой. Занятия спортом занимают очень много времени и сил. А вы успевали заниматься и учебой, и спортом? С этим мне помогали учителя. Я учился и в 10-й школе, и в 3-й. И учителя мне шли навстречу. Где-то натягивали оценки. Когда уезжал на сборы, приезжал, они, ну, давали мне время, чтобы я нагонял все то, что пропустил. И, ну, благодаря им мне удавалось это совмещать. Да ты сам умница. Мы как раз говорили еще о том, для чего не нужно. Мы можем бесконечно задавать вопросы. У нас заготовлено. Дети очень много хотят. Конечно, можно. Конечно, давайте. Мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Ну, не вопрос, если просто сказать слово. Конечно, пожалуйста. Можно, да? Да, конечно. Ну, вы знаете, ребятки, я хочу что первое сказать. Вот думал так, когда шел к вам, что же вспомнить, будем рассказать, каково историю, там, школу и так далее. Послушал ведущих, практически в тезисном порядке, лаконично, четко история по школе доложена. Мы только должны с вами сделать бы какой вывод? Мы должны с вами сделать вывод, что школа третья была, есть и будет всегда ведущей школой в городе. Возьмите вы то военное время, возьмите вы послевоенное время, возьмите вы сегодня. Элементарный пример. Первый музей истории школы в городе. Третья школа.
Сегодня рассказывали здесь ученические производственные бригады, третья школа. Массу примеров можно привести о том, что действительно статус третьей школы, он обоснован, заслужен. И мы всего хотим вам пожелать доброго, дай Бог, чтобы все так же у вас дальше было хорошо. Но я хотел бы вот остановиться на одном моменте, о котором я рассказываю в одной из книг. Времени нет сейчас детализировать, но запомните, что в числе тех известных в городе Пятигорске, вот подпольщиков, движения сопротивления и так далее, непосредственное отношение к этому имели и ребята третьей школы. И я об этом факте рассказываю в своей, по-моему, предпоследней книге. Дело в том, почему это не стало известно, и почему оно не просочилось в печать. Прежде всего, сказалась скромность людей. Ребята считали это в порядке вещей. Второе. На третий-четвертый день после освобождения города Пятигорска все участники этого отряда «Мститель», который возглавлял Николай Семенович Куликов, живет вот на остановке у вас Калинкина. Прямо напротив остановки Калинкина сейчас там живет его дочь и его семья. Он сам жил в Кисловодске, пятигорчанин, но жил в Георгиевске. Вот. И в этом отряде было где-то в пределах 20 человек. Один из членов этого отряда погиб. Он, значится, на мемориальной доске Манукоу Михаил Миша, жил на углу, вот здесь рядом со школой. Понимаете, вот и в этом случае, ну, получилось так, что мне это было все известно, но призыв в армию, уход в армию, из армии возвращение, из этих ребят, из этого отряда, практически никто не вернулся. Все они значатся вот на этой доске. Но я в меру возможного рассказал и об этом случае, чтобы, ну, знали о том, что вот представители и третьей школы, ребята, действительно, они вот тоже участвовали в движении сопротивления. Вы знаете, я думаю, что я признателен и благодарен за то, что вот вы пригласили вот меня на встречу с вами. Вот мне очень приятно так вот общаться с, ну, скажем, с однополчанами, вот, значит, нашими выпускниками прошлых далеких лет. Но я хочу подчеркнуть одно. Сегодня мы с вами, ну, как бы находимся на заключительном этапе величайшего события в мировой истории. Это года победы нашего, правильно? Я вот сегодня выступаю перед Зорничковым, это какая красота, какие ребята там стояли, боже мой. Ну, я не знаю, какие выступления у них там. Я тоже им об этом сказал, что вы, ребята, сегодня, на вас налагает ответственность то, что мы собираемся действительно на заключительном этапе года победы. Это не значит 9 мая и 2 сентября только разгром на Западе, на Востоке. Это вообще в целом весь год мы отмечаем год победы. И поэтому... Вы знаете, я не знаю, может быть, я, говорит, не в ту колею попаду, но я думаю, что все-таки, наверное, главное, мне бы хотелось представить вам ту картину, которая была, начиная с 41-го года, особенно 41-42 год. Вот, представить картину вот тогда нашей молодежи, ровесников, в то время мы были такими, как вы сейчас, вы, 15, 16, 17 лет. Вот точно присутствующие сегодня здесь. И мне засело в душу вот стихотворение нашего ставропольского поэта Мамаева, который в книге «Маленькие солдаты» 1941-45 годов вот очень метко по этому вопросу сказал, что, какова была ситуация и что тогда застало нас, вот таких пацанов, девочек, как вот сидите вы сегодня вы здесь. Его стихотворение... Называется, значит, он посвящает стихотворение, в общем, началу вот войны, призыву молодежи, призыву молодежи. И он говорит: мы на войну из-за парт уходили, не в плацкартных вагонах по стране нас катили, за отцовские спины не прятались, нет, становились мужчинами мы в 14 лет. Жили, как вот здесь рассказывали, танцевали, показывали, это, жили грудь на распашку.
себя не щадили. Говорят нам, вас мамы в рубашках родили. Может быть, и в рубашках, но они не броня. На могилах ромашки, а в могилах друзья. И вот те, которые значатся здесь, у вас в школе, те миллионы человеческих жизней, отдавшие жизнь за спасение нашей Родины, за положивших, так сказать, на алтарь Отечества, они заслуживают вечной памяти. И как вот правильно вам несколько раз сказал на Каспу, очень правильно наш товарищ, вот, и я тоже хочу вас попросить, ребята, не верьте никаким домыслам, никаким расплетням этим, никаким там этим правоведам, которые пытаются что-то исказить историю ваших, моих родителей, товарищей, братьев, друзей, а ваших дедов, прадедов, прабабушек, прапрабабушек и прапрадедушек, не верьте никому. Победа была одержана в Великой Отечественной войне, а она способствовала и окончанию Второй мировой войны, потому что одной из главных составляющих Второй мировой войны была Великая Отечественная война, ибо все развернулось на территории и на фронте Советско-Германском и Дальневосточном фронте на завершающем этапе. Победа была одержана колоссальной ценой. Вы знаете наши потери, знаете затраты наши, и поэтому чтить то прошлое, чтить память ваших, вот я повторяю, дедушек, бабушек, прабабушек и так далее, это наш долг и обязанность. И вы знаете, я бы хотел выделить в этом отношении, вот, вы знаете, нужно отдать должное, мы как-то меньше об этом говорим, но какую тяжесть на своих плечах пронесли наши бабушки, наши мамы. Это словами передать невозможно. А рядом с ними были мы, вот такие, как вы сейчас, и на трудовых вот, делах, десантах, и в армии нас призывали, вот я ушел в 43-м году, заканчиваю школу, и в этом же году, постмесячных курсов автомобилистов, тоже был призван в 17 лет. И потом уже, так сказать, там служба и так далее. Вот. И вот какую на своих плечах вынесли наши женщины. И этому надо посвящать всегда тоже определенную и память, и уважение, и почитание, и все, что хотите. И, в общем-то, конечно, нужно чтить и своих родителей. Вот я тоже хочу сказать вам наказ. Не срывайтесь. Мы сейчас очень реактивные. Мамы стараются оторвать от телевизора, он начинает кричать. Ему говорят, садись, занимайся, а он с телевизором сидит, он по значит, НТВ там и так далее. Нет, слушайте все-таки родителей. А я хочу посвятить вот стихотворение, есть такой простой, очень простой артист московский, Владимир Волков. Владимир Волков, он написал стихотворение, посвященное матери. Я, с вашего позволения, вот это тоже стихотворение, я думаю, не подведет память, хочу прочитать вам его в знак уважения нашим матерям. Он воскресенье, просто... поздравьте всех мам, вот. Днем матери. О, вот, вот, Ларисочка, видишь, как Павловна сказала правильно, и мы ее это стихотворение посвятим этому. Всех мам. Вот, значит, стихотворение, вы знаете, умница такой, он никакой не поэт, ничего, вот написал, а я где-то это, какой-то в газетке не помню, и так я ее ношу в себе, это... в памяти, потому что у меня в моем блокноте рабочем на первой странице фотография мамы. Это душа семьи. Отец – это хозяин, добыча. А душа семьи – мама. Запомните. И на свет-то мы произошли. Все-таки мама нас произвела. Да, и отец там имел отношение к этому. Но все-таки нас родила мамочка. И поэтому чтите, уважайте своих матерей, своих бабушек. Ну вот слова такие его. Желтая луна спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес. Где-то среди звезд затерялась мама, и она с любовью смотрит на меня с небес. Сколько лет прошло, а я тот же сам. Никогда не ждал от судьбы чудес. В трудную минуту у меня есть мама, и она с любовью смотрит на меня с небес. Если же на душе и печаль, и горечь, сам себя гоню с насидевших мест, мама за меня Господа попросит, ведь она с любовью смотрит на меня с небес. Желтая луна спит за облаками,
небо я смотрю словно в темный лес, где-то среди звезд там затерялась мама, и она с любовью смотрит на меня с небес. Ну и, наверное, конечно же, ребятки, наверное, для меня это свято, слова Есенина: ты для меня надежда и радость там, ты для меня несказанный свет. Это тоже адресованы слова, значит, нашим матерям. Я думаю, спасибо им скажем и будем помнить вот наших матерей, наших мам, бабушек, поверьте. И три главных столпа, обеспечивающих безопасность нашего государства, и это тоже имеет к сегодняшнему году 70-летия Победы, это три: экономика, армия и моральный дух народа. Все. Вот три столпа, на которых держится всегда государство. Сегодня к нашему хорошему, так сказать, вот, сегодняшнему нашему общению у нас присутствует представитель, выходец из нашей семьи, представитель наших вооруженных сил России, Алексей Михайлович. Я вам скажу только одно. Вот, так, не будем скромничать. Я вам скажу, что чин, который он имеет, полковник, как правило, это достигается военнослужащими в большей части, к пенсионному возрасту. Это как правило, в больших случаях. У нас перед нами присутствует молодой, здоровый, крепкий, растущий человек, и не просто проходящий службу где-то в какой-то там части материально-технического снабжения, а представляющий нашу третью школу в чине полковника в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации. Такая ответственность возложена на Генштаб, ну, это само собой разумеется. Я признателен Алексею Михайловичу, что в прошлом году он мне подарил историю по генеральному штабу, да, начальник генерального штаба России, там, от того всего и до сегодняшних дней. Вот, а я хотел бы ответить ему также любезностью вот нашей с вами. Все книжечки мои есть в вашем музее. Поэтому, если кого заинтересует, почитайте. Вот все, что мы здесь говорили, то, что мы задавали вопросы, там все это есть. Но там более подробно и более детально описано. Я хочу, вот последняя моя книга, это посвящена Великой Победе, 70-летию со дня Победы. И только последняя строчка. Конечно, мои добрые пожелания, признательность, благодарность Алексею Михайловичу. И последнее. Успехов вам, дорогой Алексей Михайлович, в осуществлении ваших главных планов и задумок. Спасибо, добрые пожелания. Всего хорошего. Мне уже предоставили рукой тоже слово. Я тоже пришла с подарками. Причем подарки мои такие, что вы сможете прийти в библиотеку своей школы и познакомиться. Познакомиться с биографиями таких же вот мальчишек, таких же девчонок, как вы, здесь. И стал тот подвиг вечный героем наших дней. Это ребята, это горчане, 8 человек, которые погибли в дружественной стране Афганистан в те годы, когда были там боевые действия. И ребята, эти горчане, которые погибли в первую и вторую чеченскую кампанию, потому что так как эта война, она не признана войной, а это были, значит, разоружение бандформирований и, конечно же, борьба с чем? С кем? С террористами, с которыми до сих пор Россия поднимает все страны, чтобы их уничтожить на нашей планете Земля. Поэтому все мои мероприятия, которые проводит организация «Мое слово, искусство, музыка», она у меня Ставропольская, краевая, со всего края в ней участвуют поэты, композиторы, певцы, художники, прикладники, 45 детей талантливых. У нас девиз «Мир тебе»,
планета Земля. Вот эта книга, она, видите, здесь есть, кстати, герой России, Олег Варлаков, как жестоко с ним расправились. Он спас 20 ребят в Грозном, и как жестоко по нем ездил танк боевиков. И вот то, что осталось от моего матери. Здесь и о моем сыне Владимире Кизик, который погиб в Первую Чеченскую в разведке. И в этом году, 20 октября, моему сыну исполнилось бы 45 лет. И 18 октября в одноклассниках на меня выходит мальчик, который воевал с моим Володей. Он мне прислал фотографии, которых у нас не было. Наша семья так ему признательны. И теперь ко мне идут оставшиеся в живых мальчишки, воевавшие с Володей. Они мне рассказали, как. И фотографии того места, где он погиб, они там сделали насыпь, установили такую плиту, но дождь уже как бы размыл, именно где шел этот страшный последний бой, который здесь описан. Это уникальная книга, никто в Пятигорске такого не выпускал, это действительно герои наших дней. Две книжечки, посвященных, как вот сейчас Виктор говорил, Александр Ильич, мы с вами отметили грандиозное событие, 70 лет Победы, а я еще родилась перед Днем Победы, и я тоже отметила свой юбилей. Первая книжечка, причем, обратите внимание, эти все три книги названы знаково. «И стал тот подвиг вечным». Только первая книга, это дата, видите, до Победы были даты освобождения разных городов, и все вот посвящено этим памятным датам до войны. И третья вот книжечка, но она вторая часть от этой, 70-летию Победы. Здесь как раз рассказ о моем папе. Это вы возьмете, прочитайте. Вы знаете, кто не прочтет, ради бога, я не обижусь. А просто вот это в обязательном порядке. Мой приказ материнский – прочесть эту книгу. Знать герой Пятигорчан. Вот. И в заключение нашей встречи, у нас пели все. Я хочу все-таки прочитать одно стихотворение, оно именно из книжечки, которая «Стал тот подвиг вечным». Я написала 12 стихов до Дня Победы, выпустила, раздала всем своим ветеранам. Я ничего не продаю, я всегда получаю. Да. А меж цветов и красных, и бордовых безмолвие застыло тишины. Старик смахнул слезу платочком новым и помянул героя той войны. Полковника я не знала, я не села в две библиотеки, я принесу второй экземпляр, когда приду на авторскую встречу. 3,5 года над Баренцевым морем взять у меня подполковник штаба Северного флота юристом. Вот вышел только что на пенсию, и у меня двое детей в Североморске еще живет, и там трое внуков, и внучка служит, продолжает династию, и кадровый внук. Вот. И второй зять у меня майор, а третий зять, Олечка, в администрации работает, помощник прокурора, легендарная семья, но для них школу закончил высшее военное.
когда победа Великой Отечественной войны, я тогда подарил в школе подписное издание, состоящее из 12 томов. Именно начиная с начала войны и кончая уже взятием Берлина и так далее. Это, конечно, очень интересное подписное издание. Там, притом именно авторы писали то, что на самом деле было написано еще в советское время, не в данный момент, когда историю начинают, не буду говорить такие там слова, ну, чуть иногда чуть не с ног на голову или там наоборот. Вот. А именно правдиво было описано, как начиналась война, по какой там причине, из-за чего, и как заканчивалась война, и сколько действительно мы миллионов человек потеряли в этой войне, и как и кому, как именно советскому государству, именно Советскому Союзу досталась эта война, и о которой здесь было много сказано, о которой надо всегда помнить, и надо, наверное, и уроки извлекать. Что, между прочим, говорится, в данный момент, какая сейчас обстановка, вы, наверное, телевидение смотрите прекрасно и понимаете, какая сложная на самом деле обстановка и как нужно, наверное, выйти из... Ну, это уже, наверное, решает нашему правительству, нашему президенту. Вот. Но, во всяком случае, я призываю всех, чтобы в будущем ребята, которые заканчивали школу, как здесь было сказано, тоже становились защитниками своей Родины, чтобы свою Родину любили, свое Отечество, своих, естественно, учителей, у которых мы учились многому. А это издание подписное я хочу подарить уже музею нашей школы. Вот. Именно Макаренко. Это, я считаю, великий педагог в советское время. А одна только это, педагогическая это сам, поэма, о которой мы в свое время читали, и вы, наверное, со временем там прочитаете, вот, о воспитании того поколения молодого, ну, у которого можно и нашему молодому поколению есть чему научиться. Хочу опять тоже вам пожелать крепкого здоровья, больших успехов в учебе, вот, в дружбе, чтобы вы прекрасно находили общий язык и со своими педагогами, со своими родителями, вот, и всего вам доброго. Можно воспользоваться случаем. Уважаемая Оксана Викторовна, уважаемые педагоги, дорогие ребята, ну, вы немножко потерпите, конечно, вы понимаете, нам очень много хочется сказать, что-то передать в короткое время. Ну, еще одного выпускника потерпите. Вот. Дело в том, что шагнувший в школу спустя 20, более чем 20 лет, пройдясь по коридорам, конечно же, самые яркие эмоции, комок подкатывает к горлу. Вот, скажу честно, очень завидую вам, так и хочется, ну вот на ваше место, ну хоть ненадолго, ну хоть на какой-нибудь урок, на 45 минут снова окунуться в эту атмосферу, погрузиться в эту, ну, совершенно потрясающую ауру нашей школы. Поэтому, ребят, ну, завидую, кладу руку на сердце, очень завидую. Вот, и вы знаете, тоже пытаясь, ну, хотелось бы ответить на один из вопросов, который звучал в адрес замечательных коллег, ну, будем говорить, выпускников называют, с коллегами. Вот, ну и учащихся тоже, мы все коллеги, если позволить так друг к другу обращаться. Так вот, отвечая на вопрос, кто был любимым учителем, вот мне отвечая бы на этот вопрос, я пояснил бы, что для меня все учителя были по-своему любимы и по-своему талантливы. И вот почему. Первый класс. Ребят, вот буду называть фамилии учителей. Вряд ли они вам знакомы в силу того, что это, я подчеркиваю, было 20 лет назад, но они, конечно, знакомы педагогам, которые руководствуют школы, которые тоже здесь учились, ну и, соответственно, кто постарше педагоги. Вот, первый класс шагнул под крыло Баскаевой Людмилы Георгиевны.
Слушайте, как Людмила Георгиевна со мной мучилась, и вот эту руку водила, значит, эти отрисовывая буквы и так далее, и так далее. Слушайте, ну все не зря. В ВУЗе, значит, кто на лекциях там просыпал или по каким-то другим причинам, переписывали с конспекта, говорят, слушай, у тебя по-детски разборчивый почерк. Это все, конечно, Людмиле Георгиевне благодаря. Вот. Выйдя из лона начальной школы, уже четвертый класс, классным руководителем был замечательный педагог-историк Кобина Клара Аполлоновна, ее с нами нет, супруга Виктора Саныча. Вы знаете, вот мы обсуждали сегодня, кто к чему склонен. Ну, я технарь по складу ума, не склонен к, вот мы говорим, гуманитарным наукам. Слушайте, но вот те уроки, тот материал, который давала Клара Аполлоновна, вы знаете, вот сразу вот все отсекалось, настолько было доходчиво и понятно, погружались в эти события, значит, представляли себя на месте того или иного императора, там, начальника там, и так далее. Это настолько было... вот, ну, потрясающе, вот насколько, ну, вот настолько талантливый педагог. Следующий мой классный руководитель Власова Лариса Ивановна, строгая, всегда настойчивая Лариса Ивановна, вот, но вот ее методическое мастерство, слушайте, когда вот эти пьесы раздавала, значит, кому читать за одного героя, за другого, все руки тянули. И мы каждый, как мог, научившись уже у нее, как она, ну, проговаривала каждую запятую, многоточие выдерживала паузы и так далее, каждый вот с вздохами, с соответствующими реверансами пытался исполнить этого роль героя, прочитать наиболее качественно и прочее. Слушайте, и настолько это сплачивало класс, то есть вот когда, ну, мы говорим, за 20-30 минут мы тут, ну, небольшую пьесу разыгрывали и так далее. Это все дорогого стоит. Вот. Ну, говоря о своем, как я уже выше обмолвился, предмете физика, потрясающий талантливый преподаватель Бурденко Юлия Антоновна, очень строгая, очень требовательная. Но настолько качественно давала материал, слушайте, в районе 8 класса мне настолько было все понятно, мне хотелось быть в будущем учителем физики. Понимаете, вот, вот настолько вот, досконально вот, Юлия Антоновна вот, и требовала, и я подчеркиваю, потом мы, конечно же, понимали, весь ее труд совершенно был не напрасен. Вот. Математика. Тамара Павловна Косила, к сожалению, с нами нет. Вы знаете, настолько вот человек беззаветно предан профессии, настолько погружался в урок и давал знания. Тамара Павловна, ну, насколько, вот я подчеркиваю, компетентна и глубоко знала предмет. Но вот такая деталь, Тамара Павловна, давая материал, погружалась, значит, вот могла, скажем так, мелом испачкать руки и так далее, но совершенно это не придавало значения. То есть пока вот она не звонила в звонок, и она не выходила с этого состояния, вот, вот преданности, говорю, и предмету, вот передачи, и, конечно же, вот в таком порыве, конечно же, мы сидели завороженно, слушали, впитывали и так далее, вот. Ну, а рядом с кабинетом, вот на втором этаже Тамары Павловны, находился кабинет географии Юлии Николаевны, моей замечательной мамы. Вот, ребят, ну вы знаете, я скажу, у мамы сидеть на уроках, это было, знаете как, вдвойне ответственно, потому что, ну как бы стыдно, ну, к маме на урок перед ребятами, и ты, значит, маме предмет не знаешь. Вот, поэтому это было вдвойне ответственно. Вот, но что потрясало, конечно, вот в географии, в этом кабинете, да, значит, причем прикоснулся к этому предмету еще маленьким, вот, значит, ну,
Марина Викторовна еще когда была... Марина, ой, господи, Марина Аркадьевна. Вот, ну все, по имени, теперь вот отчество приходится выучивать. А, значит, вашего покорного слугу, там, мальчугана, там, я не знаю, там, Марина Аркадьевна, там, 4-5 лет с отдельных детских садов заводила на урок и так далее. Вот. И смысл в том, что в эту, значит, ауру географии погружался еще с младших лет, то есть это второй, третий класс. И слушайте, ну, заканчивается в начальной школе, там меня сада приводили. И знаете, у мамы, значит, задвигаются жалюзи, опускаются, включается кинопроектор старый. Слушайте, и вот идут эти фильмы, хроника, там, значит, про Арктику, про путешественников и так далее, и так далее. Слушайте, настолько было это здорово, вот. Ну, а потом уже, понятно, постарше мама непосредственно вела вот эти уроки. Вот. Ну, вы знаете, не буду как бы злоупотреблять ваше внимание. Еще хочется о многих учителях сказать. Вот. Ну и, ребят, конечно, хотелось бы подытожить вот чем, что... ну, себя считаю везучим человеком, очень сильные преподаватели, талантливые, многосторонние. И вот на самом деле те знания, будь то в тех технических предметах, там, как физика, математика, на чем делать акцент, будь в других, они, конечно, заложили фундамент, и поэтому школу удалось с Фигнером медалью закончить, вуз с красным дипломом, потом защитить кандидатскую диссертацию и так далее. Ну и как Виктор Александрович дал высокую оценку, прошагать от войск до генерального штаба. Вот. Это все, конечно же, благодаря тому заделу, который был сформирован в школе. И, конечно, ребят, возвращаясь к посылу нашей сегодняшней встречи, вот, к успеху, и пытаясь, или желая передать вот какие-то подходы в жизни, ну, я скажу следующее, что человек, который скрупулезно, упорно в заданном, выбранном направлении работает, не щадя себя, своего времени, как вот мы сейчас сегодня отметили, спорт, искусство, снова искусство, педагогическая деятельность, достигает, все это со временем, этот труд, он кристаллизируется в конкретные прикладные результаты. И при этом, вот как вы помните, ну, вы, может быть, не застали, у нас, когда мы учились в школе, был лозунг Владимира Ильича Ленина «учиться, учиться и учиться», а я бы еще перефразировал «пахать, пахать и пахать». Вот. Причем, ребят, время, оно летит потрясающе быстро. И, конечно, как мы говорим, как классик сказал, не хочется потом за, ну, за бесцельно прожитые годы и так далее. Вот. И поймите правильно, что каждое поколение, оно должно подхватить поколение предыдущее. Ну, вы видите, великая страна, вы видите, что происходит с ней, за рубежа, там, это все подарок. Вот, Оксана Викторовна, можно я вот буду складывать несколько подарков, чтобы вас не беспокоить подолгу? Ребят, о великих русских полководцах книга. Кому будет интересно прикоснуться к истории, и мы говорим к тем людям, которые защищали Отечество Российское, то милости прошу вам ознакомиться. Вот. Далее, ребята, продолжая ту тревожную и для нас всех очень важную тему о Великой Отечественной войне, позвольте передать школе фундаментальный научный труд. Дело в том, что еще с 2008 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было Министерство обороны поставлена задача подойти
к году празднования, к юбилею празднования Победы, воссоздав в деталях всю хронику событий, оценив все факты и так далее, и события относительно Великой Отечественной войны. И вот к 2015 году огромным коллективом более 200 человек отечественных историков и военных, и гражданских был создан 12-томный труд «Великая Отечественная война». Уважаемые ребята, уважаемые преподаватели, я передаю вам в электронном виде 12 томов. Короткая справка, как создавался этот труд, все здесь имеется. Вот, ребят, передаю. Вот. Да. Ребят, ну и продолжая тему 70-летия Победы, хотелось подарить вам коллекционное издание монет, которые посвящены крупным битвам и сражениям в Великой Отечественной войне. Поэтому, ребят, вот тоже, если будет желание, ознакомиться. И заканчивая вот эту ноту военную, тоже позвольте очень короткое стихотворение поэта фронтовика Виктора Кочеткова. Отпылали старые пожарища, отгремели старые форты. И давным-давно мои товарищи в благородной бронзе отлиты смотрят вдаль с тревогою и верою с городских и сельских площадей. И летят над ними тучи серые Рериховской стаи лебедей. Так Рериховской стаи лебедей. Так, когда немалый путь и тожится, я твержу, как заповедь, слова. Все придет, все лучшее приложится. Главное, солдаты, Русь жива. Я просил потерпеть, вы же простите. Значит, уважаемые друзья, в этом году исполняется 170 лет Русскому географическому обществу. Учитывая то обстоятельство, что наш министр обороны Шойгу Сергеевич, президент этого общества, передается монета, посвященная этому событию. Здесь вы увидите замечательных открывателей земель российских, как Крузенштерн и других исследователей. Вот. Ну и слова нашего министра, президента, что наша задача помочь людям заново открыть Россию. Вот. Ну а хотелось бы вручить Юлии Николаевне, как тоже члену географического общества, Николаевна, позвольте передать. Студенческих лет была, и Пятигорских, в том числе, членом географического общества. Знаете, и последняя деталь, как говорится, никто не обещал, что будет легко, поэтому потерпите, пожалуйста. Значит, имею честь, уважаемые друзья, передать вам небольшой подарок от всей семьи Самсоненко. Дело в том, что мама, как вы знаете, более 40 лет преподает в школе. В данной школе преподавал и мой папа Самсоненко Михаил Александрович. Сестра Самсоненко Елена здесь училась, я, как уже выяснилось, тоже тут. Вот. И, вы знаете, хотелось передать действительно в школу, в дар-музей, реликвию нашей семьи. Это сочинение Александра Сергеевича Пушкина в трех томах, 57-й год издания, и литературная газета, издаваемая Александром Сергеевичем Пушкиным в 830 году. Ну, уже издание этой газеты в 88 году прошлого века. Вот, все. Больше не смею вас задерживать. Спасибо большое. Вам слово. Что вы хотите пожелать нашим ученикам, нашей школе? Как у моего товарища, мама учительница, у меня тоже моя мама учительница этой школы, Лилия Альбертовна. Я хочу, чтобы ученикам сказать,
я по-простому буду говорить, чтобы мне не нервировали учителей, потому что я думаю, что у каждого есть мама, и он не хочет, чтобы... Пусть может поставить на место учителя свою маму, и не захочет, чтобы она нервничала. Здесь говорили насчет здорового образа жизни, ну, не употреблять там сигареты, про наркотики вообще не хочется говорить. Ну, сейчас такое время, что через интернет и все это легко можно найти. Настанет, это я говорю, я надеюсь, что никто не употребляет в третьей школе и во всех школах. Просто, чтобы, например, у вас может какой-то... У меня был круг, который люди, друзья употребляли. И то, что говорят, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Это на самом деле не прям там. Я тоже в таких кругах находился. Но я не стал наркоманом, не курю сигареты. И наркотики употреблять для чего? Чтобы получить удовольствие. Если вы хотите удовольствие получить, я вам помогу простой способ сказать. День не попейте воды, и на следующий день выпейте воды. И вы получите очень хорошее удовольствие. В каждом доме есть своя душа. В нашей школе душа – это Оксана Викторовна, наш директор. Дорогие наши, я не могу сказать гости, потому что вы наши, вы родные, дорогие выпускники. Огромное спасибо за сегодняшнюю встречу. Спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Спасибо за ваши подарки. Я хочу от всей души пожелать вам крепкого здоровья, новых творческих побед, спортивных достижений. И я хочу сказать вам, мы гордимся вами и всегда рады видеть все наши родные школы. И на память о нашей сегодняшней встрече примите небольшие такие скромные подарки, потому что школа – это не только уроки, звонки и перемены, это еще вкусная выпечка в школьной столовой. А вы видите сегодня в школьной столовой. Спасибо вам огромное. Я навсегда... Если можно, ребятки, я думаю, что нам осталось еще раз тепло и сердечно поздравить друг друга с юбилеем нашей школы. И я хотел бы все-таки использовать третий куплет гимна школы, автором которой является Лариса Павловна, и зачитать он как месту, как говорят, не убрал глаз. И пусть всегда, третий куплет, последний, в любом году у школьного двора вам скажет здрасте на ходу лукава детвора. Школа наша три, на нее ты посмотри, и увидишь тот порог, что ведет за 100 дорог. Добрый путь! Это было что-то. И вот все воспоминания моих двух сестер, которые тут учились, и воск мне с бумажкой даже не могла. Ну, конечно, тоже были. Мы же, конечно, что-то постарались. И ворону приносили, чтобы сорвать ворону. Это, конечно же, ворону. Вдруг откуда-то прилетает ворона, и кто из патриков никто не знает. Она начнет плакать, бегать, орать. Конечно, Путин потом все сделает. Она кричит, вы сорвали мне урок. Это понимаете, это во время естественно сорвали атаку. Дети, конечно.